началом лета для каспичан также начался пляжный сезон, несмотря на то, что в городе купание запрещено. Так, только за прошлый год море унесло порядка 5 человек. В связи с чем управление ГОЧС просит ознакомиться жителей города и гостей республики с основными правилами. Купайтесь только в разрешенных местах. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Не ныряйте в незнакомых местах. На дне могут оказаться камни, бревна. Не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах. Нельзя подплывать к проходящим судам. Купаться в штормовую погоду строго запрещено. Запрещено купание на берегу Каспийского моря из-за распоряжения администрации города, которое было издано в связи с постановлением Роспотребнадзора Республики Дагестан о санитарно-эпидемиологической обстановке. Специалист по связям с общественностью и СМИ управления по делам ГОЧС города Каспийска Зульфия Багаудинова назвала основные нарушения, которые приводят к гибели людей на берегу моря. Во всех случаях трагедия произошла из-за нарушения правил нахождения на воде. То есть нахождение в воде в нетрезвом состоянии и купание в штормовую погоду. Оставление детей без присмотра также является основной причиной. Представители управления ГОЧС города Каспийска убедительно просят жителей города и гостей республики соблюдать меры безопасности, ведь море не прощает ошибок.